А знаете, люди, где Иван Сусанин завел врагов? В чащу, да в лесах, под Костромой. Так крестьянин спас юного Михаила Романова, которого призвали на царство здесь, в Ипатьевском монастыре. Поэтому Кострому называют колыбелью императорской династии. В этом волжском краю драматург Александр Островский создал трогательную сказку о Снегурочке, любви и весне. Кстати, слово «Кострома» и означает «весна». А летом здешние поля утопают в синих цветах льна. Полотняные скатерти и расшитая одежда – это слава Костромской области. Есть тут еще одно чудо – ферма, где люди приручили лесных гигантов – лосей. Кому еще такое удавалось? О как! Люди разные, а страна одна –